На днях в Харбине состоялась церемония запуска специального туристического поезда «Кадюша» 2023 года. Специальный туристический поезд следовал в течение 11 дней, проходя через Мохо, Пэйан, Ударенч, Ичунь и другие места. Двигаясь вдоль китайско-российской границы, поезд пересекал самые красивые пейзажи Синьаленя. В таких местах я раньше не бывала. Цветы, леса, натуральные кислородные коктейли. Здесь здорово. Я специально приехала сюда, чтобы проехать по маршруту этого поезда. Мохэ – это самый север родины. Хочу там побывать. Самые прекрасные пейзажи севера в провинции Хэйлунцзян. Все готовы, поехали. В вагоне все украшения выполнены в русском стиле. Матрешки, как консьержки, встречают туристов. Поезд быстро движется вперед. Через окно вагона можно любоваться пейзажами раннего летнего Хэйлунцзяна. Вот и началось чудесное путешествие. Этот поезд отправился 13 мая и, как ожидается, совершит 31 поездку до октября. Далее мы соединим Восточный Борюс и Северный Борюс провинции Хэйлунцзян специальными маршрутами.